Женственность, красота и обворожительная улыбка – это первое, что видят пассажиры, когда заходят в один из автобусов 316-го. Надежда Яблуновская – единственная девушка-водитель на этом маршруте. Почему решила стать водителем? Ну, это, в общем-то, у меня мечта детства была. Это я еще, наверное, в школе училась, в классе первом, третьем. Я, в общем-то, хотела быть водителем, но трамвая. Не трамвай, но троллейбус. После нескольких мест работы, в числе которых также были весьма неженские профессии, например, сварщик, Надежда устроилась водителем троллейбуса в Москве. Но спустя время девушка поняла, что хочет больше маневренности и определенной свободы. Тогда же начала осваивать новый вид транспорта. И вот уже несколько лет Надежда встречает и перевозит пассажиров из Ивантеевки на ВДНХ. И наоборот. Первый раз, когда я увидела девушку-водителя, меня, конечно, удивило это. Но я на самом деле всегда радуюсь, когда вижу женщин на таких профессиях, которые изначально считались мужскими. Приветливая, водит машину очень даже аккуратно. Женщина-водитель – это просто супер, здорово, да такая красивая, интересная, положительная, услужливая. И я не знаю, как-то более внимательно, ласковая. Жители хоть и удивляются, но приветствуют девушку-водителя. Ведь она управляет автобусом плавнее, заботится о комфорте пассажиров, тщательно следит за состоянием автобуса. Такой подход всем нравится. Было и комплименты, и телефоны спрашивают, и замужем, не замужем, и букеты приносили, и даже обедами кормили, приносили. Уважали, ценили, заботились. Хрупкая девушка на габаритном транспорте. Контраст, который восхищает. В семье Надеждой гордятся, а в коллективе помогают и уважают. Коллеги всегда готовы прийти на помощь, подскажут, что делать в той или иной ситуации. Дочка, когда спрашивают, кто у тебя родители, кем работают, она прям с гордостью почему-то отвечает, что у меня мама водитель автобуса. Ну и ребята здесь хорошие. Нравится Надежде работать на крупном предприятии, производственной базе межмуниципального автотранспортного предприятия номер 10 в Ивантеевке. Очень хорошо работать для меня в Мострансавто, потому что и полный соцпакет присутствует, отпуска, больничные, разные мероприятия можно посетить с помощью нашего профсоюза. Руководство благодарна я, что они, можно сказать, доверили мне, во-первых, такой габаритный, скажем, очень транспорт. На линии Надежда всегда собрана и приветлива, ведь пассажиры бывают разные. И очень важно быть своего рода психологом, найти компромисс, уладить возникшее недопонимание. В любом случае, главное, что Надежда любит свою работу и своих пассажиров. И это взаимно. Приятно проехаться с таким водителем в таком автобусе. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Никита Лукьянов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.